Сегодня МИАС поздравляет градообразующее предприятие АЗ «Урал». Ровно 70 лет назад с конвейера сошел первый уральский грузовик «Захар». Надежный фронтовой товарищ и знаменитый прадедушка современных мощных «Уралов». 8 июля 1944 года тогда еще Уральский автомобильный завод имени Сталина выпустил свое первое детище – военный автомобиль ЗИС-5В, ставший незаменимым на фронте и в самых разных отраслях промышленности и сельского хозяйства. С течением времени модельный ряд автомобилей расширялся, усовершенствовался, но неизменным оставалось одно – надежность и простота уральских машин, что позволило предприятию стать одним из ведущих в российской автомобильной индустрии. На сегодняшний день «Уралас» – это мощный конвейер по производству автомобилей для российской армии и силовых структур. История рождения каждого автомобиля – это история трудолюбия, целеустремленности, выдержки коллектива и верной стратегии. Трудовому коллективу автомобильного завода «Урал» и есть чем гордиться.